Смотрите сегодня в выпуске. Химия была, но мы расстались. Саровчанка Татьяна Акимова стала представителем Лиги онкофотографов. Спектакль на сцене молодежного центра. Творческая студия «Театралка» готовится к премьере. Шаурма не всегда про жирную и тяжелую еду. В клубе общения для молодых людей «Совы за Лотос» прошел кулинарный мастер-класс. Далее расскажем обо всем подробно. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды уже хорошо знаком саровчанам. Благодаря победам в нем в нашем городе благоустроили два парка. В этом году администрация также планирует направить заявку на участие. В случае победы еще одна территория в Сарове преобразится. Что это будет за территория, пока определяют. Есть три варианта. Из всех рассмотренных нами территорий, мы их рассматривали там порядка 10, мы выбрали эти три. Ну, это лыжная база сделана в комплексе, это и левый берег мы сделали, там пешеходную дорожку вдоль берега. А площадь Ленина – это просто уже назревший такой запрос, наверное, на изменение самой центральной части города, самой такой ментально важной точки города. Готового проекта обновления территории пока нет. Есть идеи, как развивать дальше лыжную базу. Например, построить мост, соединяющий старую и новую части города. Что касается левого берега, то его планируют превратить в полноценное пространство, построить там и детские комплексы. Площадь Ленина пока единственная территория, о благоустройстве которой еще только предстоит задуматься. Это важная часть города, которая сегодня не отвечает современным представлениям о городской среде. Она совсем не используется людьми, как могла бы быть. Ее функции первоначальные, когда она там в советское время, уже немножко изменились. И сегодня надо, конечно же, понимать, что с ней делать, как ее развивать. Выбор территории – это первый этап. Проголосовать за наиболее привлекательный, с вашей точки зрения, участок можно несколькими способами. Онлайн, в группе администрации ВКонтакте или очно на первом этаже здания муниципалитета и в молодежном центре. Второй этап будет, когда мы уже выберем территорию, мы будем спрашивать, что же вы хотите видеть там, какие функции. То есть будет обсуждение тех мероприятий, которые нужно реализовать. Когда мы соберем мнение еще и по мероприятиям, мы уже будем готовить некие эскизные предложения, некие проектные решения. И потом их тоже будем обсуждать. Сроки сжаты. Голосование за территорию продлится до 27 февраля. А весной заявку на конкурс надо уже отправить. Результаты будут известны в конце лета. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Иващенко. Служба новостей «Саров-24». Обветшалые баскетбольные кольца, ржавеющие турники и покрытие из мелкой крошки. В таком состоянии уже не первый год находится спортплощадка во дворе домов на Советской 14-16. Проект благоустройства этой дворовой территории участвует в конкурсе инициативного бюджетирования «Вам решать». Голосование, которое стартует в марте, определит, появится ли в районе этих домов новое, удобное и комфортное пространство. Но в то же время основная задача – это реанимировать вот эту площадку, вот, сделать травмобезопасность, опасное покрытие, чтобы она была ограждена, чтобы дети играли в различные игровые виды спорта, волейбол, футбол, там мини-футбол, это уже, как говорится, по желанию. И, соответственно, будут несколько игровых зон для детей разного возраста, то есть там от 2 до 7 и там от 7 и выше. Вот. Это все будет соединено с помощью различных сетей, дорожной сети. Вот. И вдоль вот улицы Советской, если вы обратите внимание, здесь нет ни одного нормального спуска для коляски. Здесь будет построено новых 4 спуска, как лестничные, так и для молодых мам, которые гуляют с колясками. Также в проекте благоустройства дворовой территории предусмотрено расширение проезжей части в 3 местах для парковки автотранспорта. Сейчас инициативная группа работает с жителями, собирает подписи за и против появления во дворе новых парковочных мест. Теперь только активность горожан поможет реализовать этот проект. Хочется обратиться сейчас к жителям не только нашего двора, потому что это же проекты все-таки общегородские. Это житель, даже живя не в этом дворе, но понимает необходимость, что в этом дворе такая, ну, прям острая необходимость данного проекта, реализация данного проекта существует. Они могут спокойно принять участие в онлайн-голосовании, которое будет уже с 1 марта происходить на сайте. Ну, у меня на страничке ВКонтакте вся информация есть. Вот, и оттуда можно спокойно проголосовать за этот проект. В плачевном состоянии находится и детская площадка по улице Юности в районе домов 5/3, 5/4, 7 и 9. Этот участок самый густонаселенный в округе депутата Михаила Савина. В рамках проекта здесь планируют демонтировать старое оборудование, установить малые архитектурные формы для детей разного возраста, детские спортивные игровые комплексы, качели, песочницы, урны и скамейки, заменить бордюры. Площадку хотят сделать пригодной для отдыха людей всех возрастов.
конечно же, для моих любимых и уважаемых бабушек, пенсионеров, здесь тоже будут зоны отдыха, которые мы не только благоустроим благодаря тому, что здесь можно будет отдохнуть, но еще и, значит, озеленим достаточно активно. Здесь будет под все малые архитектурные формы положено резиновое покрытие. Вот, и проложены новые дорожки, то есть посажен газон, новые насаждения. Вот, двор будет закрыт, значит, от стихийной парковки. Новые критерии проекта вам решать, информационное сопровождение в соцсетях. Оценивать проекты благоустройства будут по публикациям, репостам и лайкам. Чтобы инициатива прошла этап онлайн-голосования, необходимо набрать не менее 300 голосов. Также свои баллы выставляет и экспертная комиссия. В проекте появилась и новая номинация «Молодежная политика». Приоритет отдается работам по благоустройству спортивных дворовых площадок и общественного пространства. Дополнительные баллы получают сразу номинации «Молодежная политика», «Спорт для всех», но это массовый спорт, детские площадки и общественное пространство. Если эти проекты будут представлены и защищены успешно, и сумма финансирования их составит меньше 50% предусмотренного софинансированного области, например, вот на 20 миллионов область должна участвовать, то они вообще без конкурса допускаются. Проголосовать за проект инициативных горожан можно на страницах депутатов в социальной сети ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Около 80 участников боевых действий в Афганистане живут сегодня в Сарове. Большая их часть состоит в Союзе ветеранов Афганистана и Чечни. Члены организации ведут активную просветительскую работу, рассказывают подрастающему поколению о героических страницах нашей истории. Каждый год 15 февраля, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, они проводят в школах Сарова патриотические уроки. Мы поняли то, что нужно очень дружно друг к другу относиться, то, что когда-то это очень может пригодиться, то, что нужно учиться в школе, это тоже может пригодиться, то, что раньше было очень тяжело, и то, что все защищали друг друга. И все воевали, чтобы защитить будущее нашей страны, чтобы все жили в мире. Нам рассказывали то, что каждая часть памятника около Вечного огня что-то означает. То, что стена, ее называют плачущей стеной. То, что расколы около самого солдата означают расколы в жизни. Это война была. И то, что голубая плитка вокруг самого солдата, это означает то, что слезы от плачущей стены превращаются в воду, а вода означает жизнь. Ветеран Константин Быков охотно поделился с ребятами своими воспоминаниями. Несмотря на то, что трагические моменты тех лет все еще свежи в памяти, он попал в Афганистан 18-летним юношей-срочником. После обучения его на 20 месяцев отправили на войну. Грудь Константина Петровича украшают медали, а на теле есть шрам от осколочного ранения. Я служил в войсках специального назначения, и наша задача была ловить и уничтожать караваны с оружием, которые шли из-за границы. В одной из операций, когда у нас было две группы, одна была в горах, а вторая группа, я был в бронегруппе, мы должны, если что-то произойдет, прийти на помощь первой группе. Но получилось так, что мы получили обстрел, значит, со стороны кишлака, появились раненые, вот. И, как говорится, прилетели вертолеты, когда забрали раненых. Я еще не знал, что я получил ранение. Было такое состояние, когда нужна была помощь именно своим товарищам. Афганская война длилась 10 лет. Советские потери в боевом конфликте составили более 15 тысяч человек, в числе погибших и трое саровчан. Вывод войск из этой страны ознаменовал для Советского Союза окончание афганской войны. Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, на Кубе и других странах. Российские военнослужащие тушили горячие точки в республиках бывшего СССР. Были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии и Южной Осетии. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Центр досуга для пенсионеров работает в Сарове с 2011 года в разных районах города. Несколько точек, чтобы пожилым было удобнее добираться. Одно из мест встречи – библиотека имени Маяковского. Первое мероприятие пройдет там 14 февраля. Вся программа работы Центра досуга в библиотеке разделена на несколько частей. Первая – информационно-деловая, подразумевает организацию встреч со специалистами из разных сфер. Туда приходят представители
органов местного самоуправления, руководители социальных служб города, а также приходят туда и специалисты отдела по социальной защите населения, также Государственного пенсионного фонда, представители общественных организаций. Они рассказывают пенсионерам о доступных льготах, изменениях в законодательстве, отвечают на вопросы. Вторая часть работы центра в Маяковке – литературно-досуговая. Для гостей специалисты библиотеки готовят различные программы с рассказами о звездах советской эстрады, актерах кино, писателях СССР. Туда входят и литературно-музыкальные встречи, и поэтические композиции, и видеопрограммы. Тематика настолько разнообразна, но и всегда учитывает интересы аудитории, а также в обязательном порядке учитывает и памятные даты, юбилеи года, людей искусства, великих людей. Также библиотекари рассказывают о новинках литературы. Заключительная часть встреч – чаепитие, на котором пенсионеры могут поделиться впечатлениями и высказать свои пожелания. Неусыпный интерес к этой программе говорит о том, что есть перспектива на долгие годы, а у задумок очень много у наших сотрудников. Если проведено уже более 200 тем, они уже организовались в некоторые циклы. Встречи в Центре досуга в библиотеке имени Маяковского будут проходить два раза в месяц. На них могут прийти все желающие пенсионеры города. Другие центры откроют в клубах «Восход» и «Мечта» в комплексном центре социального обслуживания. Подробности можно узнать в Совете ветеранов и в отделе социальной политики администрации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей «Саров-24». Фототерапия – действенное лекарство. С 2020 года в России реализует проект поддержки людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались». Его цель – способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациенток, используя фототерапию как метод психологической помощи. Проект направлен на то, чтобы разрушить стереотипы и страхи, связанные с онкологическим диагнозом, а также сделать общество более толерантным и гуманным к женщинам, проходящим лечение. Для женщин же очень важно быть красивыми, чувствовать, неважно, как она выглядит. Может быть, у нее нет волос, может быть, что-то еще, какой-то дефект, который она ощущает, но при этом она прекрасна. В ней есть изюминка, и наша задача показать, что она остается прекрасной, несмотря ни на что. Некоторым женщинам даже болезнь, она не настолько страшна, как внешний вид, который ее изменился. Ей кажется, что все, она больше никому не нужна. Ну, вот мне хочется показать, что это не так. Проводит такие фотосессии в проекте волонтерское объединение «Лига онкофотографов». О Лиге саровчанка Татьяна Акимова узнала от знакомых и, не раздумывая ни минуты, решила, что хочет стать ее частью. Опыт фототерапии у девушки уже был. Зная о том, что я занимаюсь фототерапией, знакомый фотограф сказал, что есть такой проект. Я такая, да, это мое, я хочу в этом участвовать, я хочу помогать женщинам узнавать о том, что это не про смерть, это про жизнь, это про продолжение, это про борьбу и возможности. Татьяна оставила заявку на сайте, прошла вебинар по особенностям взаимодействия с онкологическими пациентами на съемках и получила сертификат участника Лиги онкофотографов, одной из первых в нашем регионе. Сейчас она приглашает саровчан, столкнувшихся с этой болезнью, стать участниками проекта. Рассказать свою историю борьбы с раком можно на сайте mayafototerapia.rf или в соцсети Татьяны Акимовой ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. Отыскать все спрятанные ключи на полотне с венецианскими масками и проверить свою внимательность. Рисунки с секретом, загадка художницы Галины Жинжиковой для внимательных горожан. В зале искусств Маяковки открылась выставка «Я читаю». Здесь представлены иллюстрации к стихам разных поэтов, в том числе и саровских. Рядом с рисунками расположены и стихотворные строки, которые помогают гостям выставки понять, насколько глубоко чувствует художница поэтическое произведение. И благодаря своей фантазии и мастерству воплощает поэтический образ в живописный. Бывает по-разному. Иногда бывает, что ты рисуешь, и стихотворение всплывает само. То есть просто даже не отвязано, вот как-то, как вот мотив такой, да, я не могу отвязаться. Иногда бывает наоборот. То есть читаешь и понимаешь, что я хочу это нарисовать. Иногда мне просто просят, нарисуйте, пожалуйста, вот такую-то иллюстрацию к таким-то стихам.
Иллюстрациями Галина Жинжикова впервые заинтересовалась в 2018 году. Работать со специальным инструментом, линером, начала не сразу. Первые иллюстрации выполняла гелевой ручкой по акварели, но на влажных участках работы та начинала течь. О водостойких инструментах для такой тонкой, практически ювелирной работы, как графическая иллюстрация, художница узнала на мастер-классе и с тех пор с линером не расстается. Саму выставку Галина Жинжикова считает заслугой творческой команды, которая помогала ей, вдохновляла и направляла. Большое спасибо вот Максиму Осипову, огромное спасибо Александру Чвилеву, который просто совершенно замечательный человек, которому там можно всегда представить там с вопросом, как ты думаешь, какие лапы у дракона? Он так, сейчас посерфим. И, конечно, большое спасибо Ирме, Владиславу, Алексею и Вере Язевой за поддержку. Они постоянно меня как-то мотивируют, поддерживают. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки для лиц старше 12 лет. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Все разговоры только о любви. 14 февраля с трепетом ждут все влюбленные пары и тайные воздыхатели. Ведь эта дата – отличная возможность провести время со своей второй половинкой или признаться в симпатиях. Спросим у саровчан, как они отмечают День всех влюбленных. Это праздник? Для кого? Для вас это праздник? Нет, у меня другой праздник этот день. Лично. Католический праздник, говорят. Мы не справляем, у нас другой праздник. Какой? А сегодня какой? Не помню как. Да? То есть вы вообще не празднуете 14 февраля никак, да? Когда молодые поменьше были, праздновали. Сейчас нет, не праздную. А не поздравляете даже? Поздравляю просто с праздником. С Днем влюбленных и все. Нормально, потому что смысл многие мне не совсем неоднозначные насчет него. Мы люди своего пожилого возраста. Любовь, есть любовь. Куда без нее. Не относитесь как-то негативно к этому празднику? Есть такие мнения? Нет. Такой хороший праздник. Конечно, дарит много таких ощущений, всяких романтических, интересных. Поэтому, я люблю праздник 14 февраля. Нет, не праздную, обычный день. А почему? Потому что учеба. Не поздравляете никого, не дарите ли подарки? Поздравил, подарил. Подарю. А какие? Какие подарки вообще выбирают? Цветы, конфеты, что-то еще из своих рук можно что-то сделать. Очень положительно. Празднуйте. Будьте постоянно влюблены. Празднуем, конечно, так у нас очень мало поводов для радости, так скажем, поэтому празднуем. А как празднуете? С семьей обычно, с любимыми рядом, в кругу семьи, дома. А что-то дарите? Валентинки, плюс знак внимания, какие-то сладости, что-то такое. Отрицательно. Почему? 8 июля считаю, что это наш праздник. Мнения саровчан разделились. Кто-то готовится ко Дню Святого Валентина и закупает подарки. Другие не считают этот день каким-то особенным. А другие саровчане считают, что у нас есть свой русский праздник, День семьи, любви и верности, 8 июля. На первый взгляд он напоминает перевернутый советский велосипед с одним колесом. Этот простой тренажер помог не одному поколению саровских теннисистов освоить главные подачи и отработать техники игры. Для секции настольного тенниса клуба «Здоровье» тренажер дорог как память. Он здесь с момента основания клуба в 1993 году. Его подготовил первый тренер секции Виктор Родин. Настольный теннис у нас зародился в 1993 году. С основания клуба мы уже приступили к работе и стали тренировать ребятишек. Изначально здесь преподавал Родин Виктор Николаевич. Это основатель нашего настольного тенниса в городе и также в клубе первый. А мы уже воспитанники Виктора Николаевича. И работаем здесь, тренируем детишек. Спорт стоял у истоков клуба «Здоровье». В первые годы его работы здесь для горожан были доступны спортивные и тренажерные залы. В тренажерке занимались тяжелой атлетикой, а в спортзале регулярно проводили соревнования разного уровня. Вторую жизнь клуб получил в 2014 году после ремонта. Сюда заехали несколько секций из других клубов Центра школьной работы. В частности, мое объединение «Армир» сюда приехало. Приехал клуб «Акбар»,
была создана игротека, которая ранее была в клубе «Факел». Секции, дай бог памяти, ЮКАП «След», конечно же, здесь появился. Чуть позже появился музей «Лавинного солдатика». Клуб «Здоровье» уже на протяжении 30 лет собирает большое количество амбициозных и креативных ребят, способных работать в команде, мыслить нестандартно, разрабатывать и реализовывать общественно значимые проекты, проводить акции как в клубе, так и в городе, а также участвовать в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Как единый организм, четко и слаженно работают и педагоги клуба. У нас есть общее мероприятие, которое мы проводим вместе, вот в частности, день рождения. Мы отметили все вместе, конечно же. Есть дни открытых дверей, есть праздники микрорайона, когда мы ходим на ближайшие дворовые площадки и тоже проводим совместные мероприятия праздничные. Ну вот у нас сейчас будет Масленица в скором времени. 22 числа во дворе Силкина. 20. Одно из самых молодых отделений клуба «Здоровье» – музей «Оловянного солдатика». Он появился здесь в 2018 году. Поначалу две комнаты были полупустыми, миниатюры занимали всего несколько стендов, вспоминает создатель музея Вячеслав Лопашов. Но со временем коллекция росла. Здесь представлены миниатюры разных веков, начиная с каменного и заканчивая современностью. У каждой фигурки есть своя история, которую Вячеслав Викторович с удовольствием рассказывает гостям музея. А люди, которые повзрослее, школьники там постарше, да, приходят, они уже знают историю. Они уже знают историю 1812 года, Великой Отечественной войны, ну, в рамках, естественно, школьной программы. А раз они знают в рамках школьной программы, значит, ее нужно немножечко расшифровывать и добавлять им интересные моменты в эту историю, ну, и более познавательные, конечно, да, то есть то, что они нигде не прочитают. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 2, 1, пуск! Перед премьерным показом осталось доработать последние штрихи. Свет, звук, декорации, технические детали. Над новым спектаклем, кое-что о том самом и не только, коллектив студии «Театралка» работал на протяжении полугода. В основу постановки легла пьеса по рассказам Дмитрия Калинина. Спектакль повествует о счастливой паре детства, об отношениях с другими людьми, о взрослении и мечте. Это, мне кажется, возможность заглянуть в детство, куда-то туда, где мы были счастливы, где мы не знали каких-то взрослых проблем, забот, но на тот момент нам казалось, скорее бы мы уже выросли. То есть какие-то такие очень понятные и, наверное, важные чувства, которые мы хотим передать зрителю. Фишка постановки студии «Театралка» – простота, честность и добрый юмор. В героях спектакля зритель может узнать себя. А история о детях и взрослых позволит окунуться в воспоминания, поразмышлять, увидеть некоторые вещи под другим углом. Основной состав «Театралки» – молодые ребята. Поэтому на ключевую роль бабы Любы найти претендента было непросто. Кастинг был, но желающих исполнить роль бабы Любы было немного. И Валентина Васильевна, которая у нас исполняет роль бабы Любы, я ее знаю давно, мы с ней работали и до этого нам удалось вместе порепетировать. И я очень на нее надеялся и рад, что она выкроила для нас время. Она замечательная, и это роль ее. Руководители «Театралки», артисты драматического театра Артем Жуков и Павел Козлов уделяют особое внимание актерской составляющей спектакля. А все идеи и постановочные решения руководители обсуждают с ребятами. Скоро студия будет готовить уже новые театральные работы. Мы сразу, наверное, начнем работать над двумя проектами, разделимся. Я возьму на себя 3-4 актеров, мы с ними будем делать один спектакль, а Артем начнет разбирать с ребятами, с теми, кто помладше, другую работу. И потом, как я заканчиваю с теми, кто постарше, присоединяюсь к Артему, и мы выпускаем еще один спектакль. То есть мы надеемся еще 2 спектакля успеть выпустить в этом сезоне. Премьера спектакля «Кое-что о том самом и не только» состоится на сцене молодежного центра 20 февраля. Начало в 19 часов. Если вам не хватило билетов на премьеру Саровского драматического театра, то приходите на постановку студии «Театралка» для зрителей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Полезная еда может быть еще и очень вкусной, и в этом уже не первый раз убеждаются участники клуба общения для молодых людей СОВЗ «Лотос». На протяжении 1,5 лет шеф-повар Татьяна Расторгуева проводит для «Лотоса» мастер-классы по кулинарному искусству. На занятиях изучают рецепты простых и полезных блюд, которые каждый из участников с легкостью сможет повторить дома.
мы сегодня очень рады видеть ребят, которые первый раз пришли на нашу территорию. Здесь, конечно, у нас возможности больше провести более интересные мастер-классы. Мы сегодня тоже с ребятами взвешивали, выпекали, готовили мы открытую шаурму. Ребята сами замесили тесто, разбивали яйца, все взвешивали, как я вот люблю все. С весами участники мастер-класса работали впервые. Все ингредиенты отмерили, замешали тесто и приступили к выпеканию. Постепенно кафе наполнялось чарующим ароматом выпечки. Основу ппшной шаурмы сделали из венской вафли. Готовка для Татьяны – волшебный процесс, в который она с легкостью увлекает людей, мало знакомых с кулинарными премудростями. Когда ты любишь, что делать, чем занимаешься, то всегда тебе это в радости. Это действительно дается очень легко. Когда-то я вспомнила, что я в детстве просила маму, чтобы она мне разрешила стать учителем. Но она мне не разрешила. И, видимо, сейчас это все уже воплощается. То есть обучать и передавать свои знания – это приятно. Особенно, когда ты видишь результат, что у ребят получается. А некоторые даже повторяют, правда, дома. Идея проводить мастер-классы для клуба «Лотос» переросла в проект «Инклюзивная кухня «Провкус». Он получил грант на областном конкурсе. У поваров появилась своя узнаваемая форма, в которой они полгода изучали новые рецепты. Сейчас проект завершился, однако сами занятия на этом не закончились. И совсем скоро будет выпущен каталог. Каталог в рамках проекта «Инклюзивная кухня «Провкус», куда вошли рецепты блюд, которые готовили ребята из клуба «Лотос». Совсем скоро, вот буквально через неделю-полторы, я думаю, что каталог уже ребята получат. Он будет распространен среди участников клуба «Лотос». Конечно же, Татьяна получит свой вариант каталога. Но он не будет реализовываться в продаже, то есть это будет такой вот подарочный вариант. Завершили встречу традиционной дегустацией блюд. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Александр Логинов – руководитель социального проекта «Добрыня», который направлен на продвижение спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Мужчина профессионально занимается боями без правил, проводит занятия по физической подготовке взрослых, бойцов Саровской дивизии Росгвардии. Александр стал гостем очередного мероприятия «Школа Лидер». В этот раз ребята-участники сами выбрали тему беседы – самооборона. В зале собрались не только старшеклассники, но и ученики помладше – 4-8 классов. Для детей больше вовлеченности, чтобы было, чтобы они в последующем, после мероприятия, у них появился интерес к занятию единоборством. А у девочек, то есть школьного возраста, там сложилось понимание того, что, в принципе, достаточно угроз различных. Прежде чем начать беседу, Александр познакомился с ребятами, установил с ними живой и открытый диалог. Спикер рассказал о том, что такое самооборона, какие средства самозащиты можно носить с собой и как их применять, как вести себя в опасной ситуации. Красной нитью через всю беседу прошло повторение и закрепление главных правил самозащиты, которые надо усвоить каждому человеку – взрослым, мальчишкам и девчонкам. Александр Логинов также рассказал о своих реальных жизненных ситуациях. Тема такая достаточно актуальная, как мне объяснили, ребята ее выбрали сами, и сегодня постараемся ее раскрыть. Я думаю, сейчас максимально необходимо это доносить до подрастающего поколения и для взрослой аудитории также. Такое социальное напряжение веет у нас в стране и вообще, в принципе, в целом. Самой интересной частью встречи стала практика. Александр показал несколько приемов и ударов по обезвреживанию агрессора, а также обратил внимание на жесты, дистанцию и движение рук, которые могут помочь предотвратить столкновение с неадекватным человеком. Особый руководитель проекта «Добрыня» подчеркнул важность самообороны для девушек и рассказал, как они могут действовать в экстремальных ситуациях. Встреча прошла прекрасно, было много нового. Я узнала о некоторых видах искусства и даже попробовала некоторые из них. Запомнилась, конечно, практика, но больше понравилась теория, потому что очень важные темы обсуждали. Для девочки это не менее важно, как и для мальчика. Потому что немало людей ходят в темное время, когда нет света, и без знаний каких-то ты не сможешь защитить самого себя, потому что не всегда ты ходишь с защитой. В конце встречи Александр Логинов призвал ребят заниматься спортом, чтобы всегда быть готовыми к любой ситуации. Следующее занятие в школе «Лидер» состоится 22 марта. Тема – подготовка к экзаменам в 9 и 11 классах.